Производство киностудии «Арменфильм». Пощечина. Мелодрама по мотивам рассказа Ваана Татавенца «Голубые цветы». Автор сценария Степан Аладжаджан и Генрик Малян. Режиссер-постановщик Генрик Малян. Оператор-постановщик Сергей Исраилян. Художник-постановщик Рафаэль Бабаян. Композитор Тигран Мансурян. В ролях: Григор Ага, Фрунзе Мукратычян, Турванта, Софико Чаурели, Торик, Ашот Адамян, Анжел, Галина Беляева, Торик в детстве, Арсен Куюмджан, Торик подросток, Тигран Восконян. Ну что, жена, я пошел. Сиротка бедный, мальчик мой. В каждом порядочном доме должен быть ребенок. Вот тебе сын. Считай, что я сама его родила. Бог все же посмотрел на нас. Если б не мы, что бы с ним стало? Одень его завтра понарядный. Спроси, зачем? Зачем? Возьму его с собой, покажу всем. Пусть все видят, что у меня тоже есть сын. Турик, как дела? Что
Ага, как поживаешь? Хорошо, вот видишь, сироте отцом стал. А что еще ему оставалось? Сколько свечей перед алтарем в церкви поставил? Иди ближе. И никого на свете не бойся, сынок. Не отставай. Иди рядом. Стой. Помоги им! Помоги им! Добрый день, Григорова! Придешь завтра нужных почистить. Не забудь. Приду. Хвалю, Григорова, благородно. Без отца ведь не вырастет. Турик, как дела? Просто ангел Божий. Послушай, Турик. Что, Григорова? Принеси-ка мне воды. Глаза у него коровы. Огонька в нем нету. Не говори так. Богом обижен ребенок. Он же сирота. А что тут такого? Я же только про глаза говорил, что у него... Надо было своего сына заиметь. И нечего нам с тобой теперь Бога гневить, раз уж не вышло. Придержи язык. Слушай, Турик, почему ты спиной повернулась? Тебе и этого много. Много тогда я тоже спиной.
Как ты на мать стал похож. Царство ей небесное. Если бы она тебя сейчас видела. Это все заново надо делать. Тебе видней, Григорий Ага. Посмотри. Как хочешь, так и делай. Давай сюда. Так. Послезавтра примерка. Здравствуй. Здравствуй, Григорий Ага. Субботу. Хорошо. Клади. Молодец. Молодец, мальчик. Ага. Уши должны быть обращены к покупателю. Глаза на весы. Дайте, пожалуйста. Сейчас. Дай ему. Слушай, Торик, давай торбу для мяса. Возьмите деньги. Асадул, разруби этот кусок мне. Положи. Хватит одного золотого. Это серебро. Торик, пойди сюда. Отнеси мясо домой. Торик, отнеси домой. Ты мой миленький. Тетушка Турванда говорила, растешь ты. Я не верила. Теперь вижу, вытянулся как.
А почему в глазах грусть такая? Или не сладко тебе? Что это у тебя? Мясо? Давно уж я его и в глаза не видела. Мясо. Aslas Ramanadar, Yertaykova, Arnei Murazas, Inaytsov. Ну что, мяса же у нас нет, я мукой заправила. Торик. Эти два басмана мяса куда делись? Собери свои мозги. Деньги заплатили, деньги! С ума сошел! Я больше не буду, Григорала. Ну, хватит. Хватит вам, хватит. Отец я ему все-таки. Мальчик, видно, смышленный. Мы для него все сделали. Он ведь у нас единственный. Начнем с молитвы. Айме корекисес. Сурп ерици анунко. Сурп ерици анунко. Егесе аркаючунко. Егесе аркаючунко. Ерицин камкко. Ерицин камкко. Ворпес херкинесе веркри. Ворпес херкинесе веркри. Зац мирана пазоре турме зайсо. Մեզի փորձություն, մի տանի մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարե, այլ փրկյազ մեզի չարե, զիքոյ արքայություն, զիքոյ արքայություն, եւ զորություն, եւ զորություն, եւ զորություն, հարքավիտյանս ամեն, հարքավիտյանս ամեն. Ну считай. Руки клади. Садись. Айп, пен, ким, та, еч,
за, э, от, то, же, ини, люн, хе, за, ген, хо, за, рад, че, мен, хи, ну, ша, во, ча, пе, дже, ра, се, вев, тюн, ре, цо, вюн, пюр, ке. Отлично. Ай, пен, ким, та? Ким, та? Ким, та? Еть, за, э, эт, то, же. Мальчат! А это ерунда. У меня теперь есть сын. Но сердце у меня разбито. А ну-ка спрашивай, почему? Почему? Он у нас груповат. Ничего в башку не лезет. Не спеши. Все еще полезет. Но раз не научили грамоте, значит, осел человеком не станет. И ты грамоты не знаешь. Выходит, ты тоже осел. Голова у него мала. Ну и пусть, не орехи же на ней колоть. Была бы больше, лучше бы варила. Помнишь, жена, у его отца тоже была голова дырявая. Нечего на мертвого варить. Буду учить его своему ремеслу, чтоб человеком стал, как я. А? Здравствуйте. 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 Добрый день. У ребенка огня нет. Учение не для него. Да, ко всему равнодушен малый. Сироты все такие. Торик, мальчик мой, ты знаешь, плохих ремесел на свете нет. Каждый имеет свою цену. Почему? Почему? Нет, ты не говори почему, я сам скажу. Почему? Они человека от нищеты спасают, независимым делают. А наше ремесло паланчи лучше всех. Спроси, почему? Почему, Григорий? Потому что мы имеем дело не с людьми, а со ослами. Что тут смешного? Что тут смешного? Что ты зубы искалишь? Ты не думай, что все это просто. Каждое дело имеет свой секрет. Понятно, Григорий. Вот этот секрет надо понять. Ну и пойму, что тут особенного. На него посмотри, что тут особенного. Это ты не особенного. В школе не учился, ночью не спит, днем не просыпается, все время играет с детьми. Смотри на небо. Что тут видишь на небе? Что тут интересного? Протяни нитку! Нитка! Нитка! Бомбарь сам работает! Оборвал! Оборвал! Фу! Ах ты, бездарный! Этот парень, когда станет человеком, в эту ночь я спокойно умру! Запомните эти слова! Болван! Сколько раз я тебе объяснял, как надо примерять! Ты ничего не понял? Григорий, Аслу разве не все равно, как примерять? Аслу все равно, он скотина! Хозяин же не осел! Ту же затяни. Не буду я. Затяни! Зачем еще затягивать? И так сойдет. А ну-ка сейчас на него и сам езжай! 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 Упал!
тетушка Турик. Тетушка, даже Грикурага, он меня не любит. Что с тобой? Что случилось? Он так сердится. Я больше не пойду в лавку. Не угодил ты ему? Да чем он лучше тебя? Не знаю я. Лучше бы мне лежать рядом с матерью и с отцом. Нет. Нет. Взгляни на него. Паланчи. Повреди. Сегодня вечером у меня дома праздник. А ну спроси, почему? Почему, Грикурава? И стал мастером. Я очень доволен. Иди и живи. Грикурага сдержал свое слово. Мастером меня сделал и сам умер. Тетушка Турик, ты не плачь. Я-то есть, а ты ведь мне мать. Как госпожа будешь жить? Нравится? Да, нравится. Неужели возьмешь это? Я тебе лучше дам. Только чтобы сегодня было. Ну вот. Покойный муж ел зелень, как корова. И огурцы уже есть. Здорово. Грикурага с ума сходил, когда их видел. Тетушка Турик, сегодня двух ослов привели. На обоих Грикурага седло шил.
Толик, сынок. Пойду завтра к фабриканту. Буду сватать его дочку за тебя. Как это пойдешь? Так и пойду. Нарядную свою шаль накину, повяжу голову я змой, цветок под нее воткну. Все сделаю, как обычаи наши велят. Возьму с собой в маленький узелок люблюби с сахаром. Пусть знают, зачем пришла. Марта ханум, Марта ханум, ослепнуть на мне, то вам посвататься пришла. Да, она мне не очень нравилась. Просто я тебя не хотела огорчать. Ну и пусть. Пусть их при себе оставят. Пусть маринуют. Вот есть у меня девушка на примете. Какая? Не знаю, тебе-то она понравится. Ну, говори. Дочь господина Киракоса Янгуяна. Младшая. Нет, старшая. Тоже не дурна. Здравствуй. Хозяева дома? Пожалуйте. Добрый день. О, добрый день. Как выросли, расцвели. О, тетушка Турланда. Добрый день. Дорогая, очень рады вас видеть. Пожалуйста. Чему? Чему обязаны? Что-то давно вы не показывались в наших краях. Покойный Григорий бывало говорил, пойдем да пойдем. А все как-то времени не хватало. Сироту растили, вот в люди его вывели. Говорят, он у вас паланчи тоже стал, правда? Ханум, всякое ремесло имеет свою цену. Торика уважает весь город. Смотри, ляпляпи принесли. А правда, что говорят, он странный какой-то у вас, а? Похоронить бы мне тех, кто так говорит. Да. Пришла попросить, может, работа у вас какая-нибудь найдется. Это для одной вдовы с сиротой. Жалко ее. Я ее давно знаю. Никакой работы не боится. И на руку чиста. Намекнула бы хоть. Видел бы ты, как у них лица вытянулись.
Господи. Ну, Торик, так и не взглянешь на меня, сынок. А что бы ты сказал, например, о дочери Игната Аги, а? Ну и что? Такого, как ты, надо еще поискать. Чего в тебе не хватает? Красавец. Мужчина. Подальше, подальше от моего дома со своим паланчи! И вам бы не мешало по седлу на каждого заказать! Ну что, они заткнули тебя, рот? Если бы так, это бы еще ничего. Дерьмо такого нахлебалось, выслушала там такое. Я-то думала, что ты пришла забрать наше белье в стирку, подмести в комнатах или полы вымыть. Слыханное ли дело, чтоб и купец выдал свою дочь за паланчи? Да я этого купца, эту купчиху, мать ее! И я! Его. Ты меня проклял! Что делаешь? За меня выстишили, никого не отдаю! Зайдешь ко мне! Приду! Слышишь? Приду, так и знаю! Пойдем, Торик, пойдем сюда, Хуаким, успокойся! Послушай меня, послушай меня, не теряй голову! На него иногда находит отец мой, уж простите его, пожалуйста. Пусти его, Вадим! Побойся Бога, умоляю тебя! Завтра зайдешь ко мне, нужник почистишь! Ерпити, Лусада, Ише, Ише, Зарифет. Отец мой, лучше уйдем. Никак не проснусь. Перебрал немного с горя. Вчера седла чинил. Это еще работа покойного Грикуравы. Хвалили. Его хвалили, а теперь ты их шьешь, тебя будут хвалить. Хвались-то хвалят, а невесты нет. Очень мы с тобой высоко залетели. Как? Нам бы надо поискать себе ровню. А кого же? Дочь ремесленника. Ну да, ну чу. Пекаря Симона. Жаль, маловато чуть с ростом. А дочку каменщика, младшую? Можно. Да вот только волосы у нее желтые. Нет, не надо. А мясника Сатура? Говорят, она с пути сбилась. Кто говорит? Приказчик Сатура. Верно? Ну, конечно, он сказал. Господи. Поклялся. А младшую дочь сапожника Тороса? Ты меня слушай.
Главное, чтобы по дому была умелая, покладистая, ну и добрая. А там не важно, будет она толстая или высокая, или... Нет, только не толстая. А, опять за свое. Ну, я работать пошел. Я тоже. И придется Торику по душе. Торик, сынок, сядь и слушай. Вакима дочку ты видел? Какого Вакима? Ва, что, у Вакима не знаешь? Это что, за золотаря у Вакима? Я от тебя такого не ожидала, Марьям. Да брось тебе эти фасоны. Любая из них лучше дочерей фабриканта, если хотите знать. Тебе-то что? Ну, знаешь, ломаться нечего. Если тебе невестка нужна, не найдешь лучше. Да чего же я дожила? Взять в жены моему Торику, дочь золотаря. Yeah.
Тетушка Турик. Опять напился. Арней Муразес, Яшнишнейцова. Успокойся, сынок. Асад Саванатар, Яштайко. Арней Муразес. Не мучай себя, сынок. Не надо пить. Ты же бьешь посуду. По ночам не приходишь домой. Я в сердце своем ношу твою боль. Все-таки жаль петуха. Зачем ты ему голову свернул? Сердце носить нечего, иди у Вакима сватай. У него их пять, которую сватать? Какую отдадут? О, Ваким. Где ты, Грикорага? Видишь, до чего мы дожили? Крикурагу оставь в покое, лучше делом займись. Турванда, у нас на выданье дочек нет. Да что ты? Всем известно, что трем из твоих дочерей пора быть замужем давно. Мои дочери просватаны все. Курица во сне видит проса. Никто проса не видит во сне. А вот завтра-послезавтра увидишь свадебную пахлаву. Твое слово окончательное? Окончательное. Нет у меня для него дочерей. Кто он такой, твой Торик? Паланчи. Ту! Ту! А, это Джордж. Ну, какие вести? Все, Райт, папа, только что получили телеграмму. Джон, Джин, Джек и Джонни Бек уже выехали из Детройта. Спешат к своим невестам. Ну, все, садимся. Садимся, подвинься. Ну, можно ехать. Как они меня умоляли взять за Торика любую из них, не вышло. Thank you.
Бессовестный. Что там такое? Смотри, сына господина Каласаряна отчитывает, он ночью приезжим в девку входил. Молокосос! Бегло! Ехать? Езжай. Лавка Паланчи, ослиного портного. А это сам осел. Осел, а? Ты посмотри, на него усы торчком стоят. Продал своих дочерей и думает, человеком стал. Скажи, что же. Сосватал, а не продал. Он ловчее тебя. Что ты выдумываешь? Да они бросились мне в ноги, рыдали и умоляли, чтоб хоть одну я взяла. Не согласилась. Тетушка Турик, посмотри мне в глаза. Посмотри. Ага. В этом деле мы погорели. Вот теперь посмотрим, что ты мне найдешь. Не бойся. Увидишь, такую тебе найду невесту. Все будут завидовать. Турик, Турик, выйди. Не хочется мне сейчас ни о чем говорить, Арсен. Не до этого мне. Слушай, я такое тебе сейчас скажу, ахнешь. Слушай, из Константинополя в наш город приехали три девки. Ты знаешь? Ну, словом, такие кусочки, просто прелесть. А, ты видел? Ей-богу, все говорят. Сходим, а? Ну, Турик. Здравствуйте. Здравствуй. Деньги у тебя есть? Денег много. Ну и все. Вечером встретимся у большого дерева в нижнем квартале. Да? Только не опоздай. И деньги не забудь. Может, не здесь? Молчи. У вас кто-нибудь есть? Нет, мы одни. Ну, Турик, иди. И
Их сколько? Двое. Тогда я могу чуточку поспать. Я так устала. Поможешь, Гео? Не разбудили? Нет. Турик? Значит, можно? Яблоки любишь? Да, люблю. Я сейчас принесу тебе яблок, да? Нет, я сбегаю. Уйдешь, не вернешься? Нет, я сбегаю, принесу. Ого, сбежал кавалер! От него можно всего ожидать. Он у нас придурью. Вернусь, хоть накрой все это. Тебе яблоки. Света, за тобой пойду. Не веришь? Верю. Ну, Торик, чего ты ждешь? Смешно, да? Я эту девушку ни на кого не променяю.
ни на какую богиню. Она для меня лучше всех на свете. Какая богиня? Как тебя зовут? Анжел. Анжел? Да. А ты знаешь, что это значит? Нет. Анжел значит ангел. Я это понял сразу. Конечно, ангел. Я сказала правду? Я знаю. Знаю. Ангелы не врут никогда. Если хочешь, я пойду принесу тебе поесть. Нет. Все, я иду. Нет, лучше в другой раз. Нет, другого раза не будет. Я тебя сейчас же забираю к нам домой. Собирай свои вещи и идем. К вам домой? Да. Зачем? Я не хочу. Не хочу, чтобы ты здесь оставалась. Я без тебя не уйду. Торик, зачем ты девочку обижаешь? Не суй свой нос туда не надо. Не плачь, ангел. Ты у нас будешь жить царицей, настоящей госпожой. Дома у меня только тетушка Турванда и больше никого. А если она не захочет? Не бойся. Дом мой. Чего ты ждешь? Собирайся. Давай лучше утром. Нет, все уже решено, так что до утра ждать нечего. Собирай свои вещи и идем. А где ваш дом? Большой родник, знаешь, напротив. Давай лучше утром пойдем. Нет, сейчас. Сейчас. Уже поздно. Зачем беспокоить тетушку? Тетушка Турик с ума сойдет, когда увидит тебя. Пошли. Сейчас. Анжел, тетя уезжает. Ты куда? Мы уходим. К нам домой. Чего уставились? Она моя жена. Что? Мариц. Не делай глупостей, не будь ослом, Торик, слышишь? М? Торик, Торик, Торик. Идем. Да. Ну что? Говорил я, что у него не все дома. Тетушка Турик! Проснись! Я себе жену нашел. Что ты говоришь? Вот она, смотри. Да она. Она как ангел. И зовут ее, знаешь как? Анжел. Что это? Почему ты плачешь? Пока я жив, на твоих глазах не будет слез. Я от радости плачу. Ты, наверное, сирота. От радости плачу только сироты. Мой Торик тоже был сиротой. Я ему стала матерью. У меня никогда не было матери. И мне тоже.
Будь матерью. Тетушка Турик, ты что делаешь? Халву готовлю, сынок, для твоей синеглазой жены. Видишь, какую я жену нашел? Откуда ты взял такого ангела? Где ты ее нашел? А? Неужели из того дома? Горе мне! Тетушка Туря. Оставь! А что это ты? Надо было тебе убить меня, сынок, а потом уж. Лучше бы я лежала рядом с Григоровым. Да я ноготь своей жене на дочь фабрикатора не променяю. Как я теперь буду смотреть в глаза людям? Не перенести мне, сынок, этого позора. Тетушка Туря. Она ведь тоже сирота. Ахвани, чем хуйс, хавата циновс, Христос осладзнеш, ахвя, ахваняну рапсак, амолс, анхуаняв, сурфьев патвака, хачивот кой, хагагучун. Айжем, евмишт, хавитянос, хавитениц, амен. Там пуреза вас. День уже кончается. В лавку не пойдешь? Нет. Не пойду. Лучше пойди, а? А как же ты? А я буду тетушке Турик помогать. А ты никуда не уйдешь? Я теперь твоя. До самой смерти. Твоя. Ты ангел. Ягненок мой. Красавица. Тетушка Турванда, а какая у Турика работа? Он паланджи. Шьет седла для ослов. Нравится? А почему же нет? Хм.
Sa gisher tarim pes Pesnem kasei cerkis varta ta Голубка, это я тебе принес. Женщину увидел, как кот вцепился в нее и к себе уволок. Слушайте, слушайте, говорят, что она опять по утрам из окна мужчинам цветы бросает. Вы представляете, какой ужас? Вот, а я как-нибудь вот пройду на моих окон и проверю. Может, она и мне бросит. Проверь, проверь, я сам видел. Обязательно проверь. За цветами для невестки пошли. Для невестки. Смотри, смотри. Какой позор. Как поживает невестушка? Что же это ты? То тебе одна девушка не нравилась, потом вдруг другая. О, Ваки, мы всех дочерей охаяли. А кого в дом привела? Мало ты от нас добра видела. Хоть бы ты-то молчала. Добром попрекает. А не последила шлюху взять у невестки. Батюшка, дочь фабриканта опозорила себя. Ты ее выгнать велел. Шушаник, дочь Арутюна, народила без мужа. Ты не окрестил. А у Херопа невестку с кучером. Когда невестка с кучером сбежала, отлучил от церкви. У бедного золотаря Гувакима всех пять женихов как ветром сдуло. Да. Так ты, Гувакима, и всю его семью проклял. Почему же Паланчи Торика не трогаешь? Где справедливость? Где справедливость? А? Отец, я не сделал ничего плохого. Я только спас женщину от беспутства. Однако, видишь, весь город снова преследует меня. Вижу. Есть в этом что-нибудь плохого? Она отвержена обществом. Меня оно тоже не принимает. Так не имеем мы права соединить наши судьбы. И я обвенчал вас. Да, ты нас венчал. Так чего же травят ее? Община не принимает. Она всесильна. Да это ваша община не протянула мне руку помощи, когда мне было не в моготу. А теперь, когда я счастлив, она преследует меня.
Анже, что ты задумала? Что ты делаешь? Куда ты? Торик меня убьет. Не пущу, не пущу. Тетушка Торик, я больше не могу. Уйду, куда глаза глядят, а вы избавитесь от сплетен. Анжел? Что здесь происходит? Что за корзина? Ты куда? Торик, родной мой, я уйду. Так будет лучше для тебя. Опомнись! Что ты говоришь, сумасшедшая? Неужели ты думаешь, я смогу жить без тебя? Мне тетушку Турик жалко. Она не выдержит сплетни. Да они сами себя задушат этими сплетнями. Извините, Торик. Хочу кое-что сказать тебе. Некогда, жена ждет. Знаешь что, ты ее выгони. Если узнает вдруг, что я с тобой ходил к этим девкам, такого позора мне не смыть за всю жизнь. Знаю, я люблю ее. Да, так я и поверил. Она мой ангел. Иди своей дорогой. Шлюху ангелом не смей называть. Бог накажет. Обоих накажет. Великий грех. Куда прикажешь? Вези меня к баням! Моя хана умоется! Что он делал? Видели, что вытворяет? Что случилось? Он просто издевается. Конечно. Такой и в баню может въехать на файтоне, а мы все терпим, терпим. Я давно вам об этом говорил. А что толку?